Привет, мучачесы, с вами Арсенер23, сегодня мы поиграем в блокаду, это уже шестая часть. Судя по просмотрам, я понял то, что вам нравится все-таки похождение в блокаде. И сегодня мы снова поиграем на битве, на цитадели. Я раньше на ней играла, когда еще блокада была в самой первой версии. Я в блокаду долго играю, как бы вообще. Так, сейчас. У меня тут... Типа это пройдет. Вот, все. Так, мы пойдем за красных. Так, сейчас я это вырублю. Так, ой, да у нас база уже вся разгромленная. Сейчас я тогда возьму асфальчик, беретто, мачете и пойдем всех, наверное, валить. Ох, вот это мочилово жестокое. У нас тут зеленые просто наступают. Я так серию назову, зеленые наступают. Ух, отстрелила кого-то уже, снайпера, так сказать, зеленого. Ой, блин, не зеленого, а синего. Ой-ой-ой, наших гасарит. Есть, не успел убежать, скотина. Тело хотя бы, ну да ладно. Хорошо, что у асфалов большой урон. Да ё-моё, ты скотина, которого сейчас нашего убили. Он его просто убил, как бы мой фраг забрал. Ты скотина. Сейчас сюда, иди, щенок. Как так? Он меня даже в тело убил. Ой-о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 й, это фигово. Ой, блин. Ты, чувак, он меня отомстил. Снова этого убил. Ай, да ё-моё, да ты задрал. Да сюда иди. Блин, у меня 53 хп. Вообще без касок, без брони. Все, восстановились мы. Это удачно-неудачная серия, блин. Может, за зеленых пойти? Блин, места нет. Значит, я пойду в подземелье. Жалко, тут нельзя выйти на улицу. Почему-то так. Оба, выход. Круто. Оба, так это зашибись. Сейчас мы этого киллера Павла, блин, или как там его... Например, с интерьера сейчас гасарила. Сейчас мы ему надаем. Надеюсь. Ух, да у них тут еще и бронь. Они меня не видят. Ну и круто вообще. Блин. У нас-то база вообще разрушенная. Хотя у них тоже вроде разрушенная. Да ё-моё, да как так-то? Блин, отлагает, когда еще записываю. Блин, а удачно серия началась. Гакила сделал. Ой, блин, мне показалось, что это... Что-то мелькнуло. Вон нашего убили. Ай! Блин, я хочу за зеленого. Все. Теперь можно их лечить. Все, на красных. Тогда теперь. Ща килов наберем. Он гранату, скотина. Блин, так у него винт барит, точнее. А это думаю, блин, как он меня убил с одного удара. Без каски такой вообще нуб. Ну все, сейчас я разозлюсь. Ничего, сюда. Ну спасибо, блин.
Помог, так сказать, в кавычках. Я бы его сам убил. Если только в асфальт было 40 патронов, а не 20. Ну хотя бы точнее 30. Ну только 20. Да. Хедшот, бетч. Это наш приперся. Хедшот, бетч. Хедшот, бетч. О, так это офигенное место. Мы тут можем просто подниматься, они пока будут там это стоять в своей дурацкой обороны. Там это будет. Хедшот. Точнее, в тело. Блин. Ну, убили меня и чё? Похвастаться. Только то, что меня убили. Да на тебе! С пистолета! Позор! Как так? С пистолета убить? Это же позор позорнейший. Ой. Это зелененького нашего тут поджарили, так сказать. Ну, неудивительно. У них там винт. Блин, тут у всех винторезы. На этой карте. Ну, а мы пока что... Я снова пока что красный попрусь. Так, что-то я сейчас тут чуть-чуть зависла. Так. Сейчас я поставлю на паузу, мне надо отойти. Итак, мы продолжаем. Я уже тут сделал пару килов. Так, ну точнее 3 кила. Так. Где у нас тут? Ага, вот. Ага, вот они. Но я вот тут посмотрела, у нас теперь какой-то автоматчик появился у красных. Надеюсь, он не опасный. Еще у него ППШ. Ну, ППШ вроде она так, у меня тоже она есть. Нормально, кого-то уже соснайперили. Надеюсь, они ко мне сейчас не пустят базуку. Надеюсь, очень надеюсь. Вот вам красный охотник, булочка. Сейчас все такие стали модные техники типа делать, но я тоже так как-то сделал. Так, вас монтенегр, блин, его прикалывает. Я, конечно, знаю, кто такой вас, это главный злодей из Far Cry 3. Ну что, у него такая фамилия монтенегра странная. Я никого не подорвала этот раз. Ну и ладно. Пойдем в обход к ним, так сказать. Так, а где у них-то все? Я что-то не понял. Так. Я думаю, эта серия будет самая короткая. Я сейчас уже ее заканчивать буду. Ну, тем более меня убил муб, потому что у меня каски не было. Ну ладно, я думаю, буду заканчивать. Если вы впервые на моем канале, то подпишитесь, поставьте лайк. Ну а с вами был Арсенер23. Всем удачи, всем пока.